Ребят, всем привет. Находимся в салоне Шкода в Саратове. Ребят, машину хочу поменять. Давно хотел об этом. Думаем, вот с супругой Шкоду взять. Хотели Шкоду Октавии, но вот сейчас увидели Шкоду Кодиак, и глаза загорелись. Мне кажется, намного лучше. Но по деньгам, конечно, подороже будет. Но машины выше, полный привод, если брать уже. И внутри вот такой вот салон. Посмотрите. Поближе подойди. Ребят, конечно, сидится вообще очень удобно. Не знаю, машина мечта для пока нашего уровня. Конечно, может, BMW, Mercedes будет лучше, но не знаю, вот это на внешний вид вот такая тачка. Очень комфортная. Будем брать уже не на механике, на роботе будем брать. Тут робот, по-моему, или автомат сказали, не знаю. С другой стороны, обойди, открой, покажи. Офигенная тачка. Ребят, ну в комментариях сами напишите, какую тачку нам взять. Смотрите, варианты вот Шкода Кодиак есть, Шкода Октавия и Шкода Супер Б. Ну, Супер Б это тоже дорогая тачка. Супруга говорит, давай повыше возьмем, потому что и по деревне гоняем. В общем, напишите, какую нам тачку взять. В пределах 2 миллионов рублей, чтобы не дороже было, ребят. Всем огромный привет, ребят.